друзья, всем привет! И сегодня, как вы догадались, у нас уже осенние такие вот обрабатывания пчел. Началась осень, и начинаем обрабатывать пчел от вара клеща. Вот здесь у меня одна пачка вот такого вот лекарства. Апифлу. А это все лекарство вот по отдельности каждая пластинка. Кстати, это очень удобнее, когда каждая пластинка в своей запечатке. Не нужно общую пачку распечатывать, и оно там выветривается, еще что-то. Это Варофлу. Вот у меня есть инструкция Варофлу. Значит, и сейчас мы будем ставить эти пластинки пчелам, убирать у них лишние рамки, которые им не нужны в зимовку. Пустые рамки, которые я откачал. Так что, друзья, поехали. Открыли улей, подымили немножко. И теперь смотрим с конца рамки. Эти вот сзади, тут у меня те, что пустые, их, понятное дело, сразу вообще убираем. Перегородку сразу тоже убираем. Так. И теперь дальше поехали, смотрим. Пустая, полностью пустая рамка. Пчелу все струшиваем. И в ромонос вставляем. Ну, здесь немножко есть напрыск, откуда они его взяли. Я неделю назад выключил мед. И, кстати, очень хорошо второй подсолнух дал практически так же самое, как и первый. Здесь тоже есть немножко напрыск и пыльца. Но это я тоже забираю все равно. Здесь его очень мало. Вот эта вот рамка, здесь очень много пыльцы. Вот это вот так вот все вот здесь, где пчелы сидят, и вот так вот все это забито пыльцой. И теперь смотрите. Раз, вот такая штучка. И здесь просто языки и нема меда. Я на следующий год им тоже это поставлю. На зиму я у них это забираю, но не буду это все срезать там. А так ими поставлю на следующий год, и пускай оно будет. Так, это вот уже пошли гнездовые кормовые рамки. Здесь расплод и маточники. Что за маточники? В этой семье нет матки. Я только что осмотрел. И, по-моему, я ее придавил, когда, ну, качали мед. Скорее всего, так и случилось, что я ее случайно придавил. Они тянут маточники. Маточники уже запечатанные. На одной рамке там я поубирал маточники. Вы это видели. На другой рамке я оставляю красивые маточники. На двух рамках. Вот на этой рамке один красивый маточник я оставил. И сейчас вот на этой рамке тоже один красивый маточник оставлю. Немножко сейчас пчелок струшу.
смотрим, вот смотрите, снизу. Снизу вот красивые маточники, вот. Эти все такие, мне не нравятся. Эти все мы убираем, маточники. Матка у меня здесь была старая. Я думал на следующий год менять, но так вот получилось, что в этом году уже она будет поменена. Как-то так вот неосторожно при выкачке прижал ее. Вставляем вот эти два маточника. И все, все остальные маточники я убираю. Оставил три маточника. Так. Это все сдвигаем. Сейчас рамочек поставил. Ну, вот так вот сделаю, 10 рамочек. И вот эту перегородку ставлю сюда. Сдвигаю. Эти рамочки с сиропом, ну, с напрыском там, со свежим. Я не знаю, где они что берут. Какие-то цветочки, видать, еще цветут. Но есть напрыск у них здесь. И чтобы они его перенесли в гнездо себе. И все. Ну, пластинку я им ставлю Апифлу и две пластинки Парафлу. Смотрите, из той блестящей упаковки вытащил эти пластинки. Они еще в одной вот такой вот упаковке. Тоже с этим замочком. И они здесь резиночкой скреплены, с дырочками уже. Все готово. Так, ставим вот так сюда. Две вот эти вот парафлу. Так вот ставил я проволочку. Так вот ставил проволочку. Держу в упаковке. И потом так достаю из упаковки. Так вот вставляю. В эту семью вот я три пластинки вставил, так как семья сильная. Пчелы много. Так, и все, и накрыло. Первую семью уже проверили. Матки там нет. Это, конечно, плохо. Новую выводят матку. Это хорошо. Немножко такое, конечно, огорчение у меня. Но ничего. Все бывает. В следующий раз буду, значит, осторожней. Я вроде и так все старался очень осторожно, но где-то прижал все равно. Так, и со следующей семьей то же самое точно делаем, кроме инцидента с маткой. Забираем пустые рамки. Ну и, конечно, проверяем на наличие матки. Так, друзья, рамки я уже убрал. Отсюда лишние, вот, рамки убрал. И теперь ставим пластинки. Одна пластинка. Вторая пластинка. Ставили и сразу же накрываем, чтобы пластинки на воздух не выветривались. Так, теперь вот эта семья. Следующая. Так, и снова делаем то же самое с каждой семьей. Вот, только выкачал и уже сейчас сделаю такой ракурс от солнца, чтобы
было видно, как она блестит. И уже вот все залито медом. Уже тяжелая рамка, вот. Все залито медом. И с этой стороны тоже. Маточка здесь на месте. Все хорошо. Слава богу. Здесь вот также вот на свежей рамке засеяна вся рамка полностью. Вот так вот все засеяно. С этой стороны, а с этой стороны то же самое. Вот аж до нижней, аж до самой нижней вот, вот этой вот ячейки, до самого нижнего ряда все засеяно. Вот аж вот так вот сюда вот. Здесь, конечно, не до краю. И здесь вот так вот все засеяно. Этой пачечки Апифлу, вот этот вот, очень, и все накрываем полностью к следующей семье. Я поставил я всем пчелам пластинки, сократил семьи, гнезда, поубирал лишние рамки, их отнес в сотохранилище, они там будут храниться до следующего года, и я на следующий год уже, ну, буду с весны расширять семьи. Следующая у нас обработка будет бипином, это антибиотик, и она уже будет ставиться тогда, когда у пчел уже не будет расплода, так как от антибиотика может погибнуть расплод. И я все расскажу, когда я буду обрабатывать пчел бипином. Я также сниму коротенькое видео. И все, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментарий. И также подсказывайте другим мой канал. Всем пока, друзья, до новых встреч.